Друзья, всем привет! Мы неожиданно снова идем в Икею. И нам неожиданно понадобился второй письменный стол. Сегодня 2 января. Посмотрите, сколько народу. Посмотрим. Смотрите, как интересно. Сегодня в Икее уже обычное состояние толпы. Не пройти, не проехать. Кресло распродается. 8600. Смотрите, какая отличная скидка. Серое. Серое тоже распродается. Шкаф-витрина с отличной скидкой. 5000 стоит. 81 на 113 размер. А обычная цена у нее 13 тысяч. Это металл и стекло. Хранение бамбук. 7300 по карте. 61 на 35 на 176. Полочки. И внизу такое вот отделение для хранения. Металлические дверцы. Сегодня стол захотела уже дочка. Насмотрелась на стол у брата и захотела тоже новый, повыше. А то у нее детский стол и как-то он низковат. Решили ей тоже купить стол. А вам нравятся такие большие подстолья? Смотрите, такой стол. 8150 на 75. Выбираем столешницы. Столешниц нету. Есть только черные. Белых нету, под дерево нету. Но эти дорогие мы не хотим. Ну, видимо, берем черную. Вот такую вот 120 на 60. 1300. И ножки. А ножки какие? Тоже черные такие же берем. За 500 рублей. Качаются. Выдвижные. Все, пошли. Пеленальный столик или письменный стол со скидкой 6000 сейчас. Смотрите, как его можно использовать, как письменный или как пеленальный. Стоил 10000. Пеленальный стол, комод 9000 со скидкой. Тут еще что-то раскладывается по-хитрому. Внизу ящички. Ножницы для ухода за растениями. 150 рублей сейчас. Вот они, цены на новинки. 450 рублей, 1250. Вот такие вот плетеные. Растения искусственные со скидкой. 550, 400. 400 это плющ вот такой по кругу сделан. 550. рублей. Вот такое небольшое растение, 9 сантиметров. Это все по карте, до 20 января скидки. 350. рублей. Друзья, пришли мы на склад за нашей столешницей. Вот она, черная, 120 на 60, 1300, а их тут нет. Видимо, все раскупили. И никаких других расцветок тоже нет подходящего размера. Пойдем в оценку, посмотрим что-нибудь. Друзья, я нашла. Смотрите, столешница 120 на 60, черный. Вот они, сейчас будем их... Сейчас все приедут, будем смотреть. Посмотрите, какая толпа.
В Икее толпа, и скидок у нас нет. Увидела, что в Москве отличные скидки, рюкзачки распродаются. Стролы по 99 рублей, абажур, звезды. У нас нету ничего. Звезд вообще не видела. Мне кажется, их уже и нету. Все раскупили. Да. Берем 4 ножки по 500. Еще взяли подложку на стол. Побольше, чем у нас есть. 500 рублей подушки. 50 на 50. Тут наволочка такая бархатистая. 4000 скамья, 90, 50 на 50, белый-зеленый. Удобно, как маленький столик можно использовать, если убрать ящик. Или вот так вот для игрушек. Вот они тут, их много. Я взяла себе еще такой джем из апельсина и базины. Сейчас скидка, 250 рублей стоит, а так 300 обычно.